Всем привет, сегодня с вами я, Дворд, и сегодня мы будем играть в Skywars. Поехали. Так, о, локи-влок, я выбрал нужный режим. Так. О, у меня еще все, у меня есть оружие. Ого. На. Надо открыть локи-влок. Ты сам себе хуже сделал. А, спасибо. Человеки блоков больше нету. Повезло. Не повезло. И все? На! У него есть имбовый меч. А я знаю, что сейчас будет. Меня скинут. Повезло, повезло. Так, у него был тут локи-блок. Он же внизу сейчас, да? А, он что, спрыгнул? Ну все, смерть мне. Против меня остался один человек. Как бы это очень плохо. А я сейчас испугался, я сейчас очень испугался. Он что, упал вниз? Так. Ой. На! Изи, топ один. Да? Оп. Чили боба! Книг. О, стена. Ложка. Острота 5. Нормально. Так, показываю, что у меня есть только палка. Так. На! Пишите. Так. А я пошел в баню. Нет, 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 нет. Я чуть не... А, тубихана. Чё? У него есть читерский меч. Я Халк, повезло. У меня есть тапки. Все, я Халк в тапочках, нормально. Нет! Не повезло, не повезло, не повезло, не повезло. Мьёллер... Нет, есть последний локи-блок, пожалуйста. Ага. Ага, снайпер, снайпер. Он идет ко мне, он идет ко мне. У меня мало шансов, у меня очень мало шансов. И я сейчас умру. Ненавижу этот меч. У меня есть Мьёллер, не подходи ко мне. Уф. Конечно же, давай, попади. Луки-блоки обновились. Точно. Как обычно, не повезло. Как обычно, мне повезло, конечно. Эскальбур. Бесполезная вещь, все же. А если бы это упало бы вниз? Было бы круто. Нет, нет.
Стой, иди в баню. Так, у меня есть динамит, вот, лови. Привет, крипер. Как крипер? У меня есть еще динамит. Можно мне еще динамит? Спасибо. Не будет лишним. Может, еще динамит все же? Визор, пластер, понимаю. Может, еще? Ага, ладно. Наконец-то мне дали что-то хорошее. Так, давайте все хорошее переложим сюда. Штаны, милые штаны. Лаки-блоки обновились, нормально. Шлем. А я буду ломать это 2 года. Наконец-то. А, я выиграл? Я тоже просто застрял, ну ладно. Ну, поехали. Нет, опять. Наконец, тапки спасители. Да я понял, что я Халк. Раз. Два. О! Все, у меня есть оружие. Я понял то, что и как я отсюда уберусь. Стой. А это не 4? Я, наверное, элитеры. Сразу открываем локи-блок. Тут опять живые щиты. Открываем сразу еще один локи-блок. Нам выпадает горячий мексиканец. Нам выпадает ульта. Ульта нам пригодится. Так, меч. Эль Прио! Так, палочка. Нормально. Это все? Да не может быть, что это все. А, вот еще. Пожалуйста. И... Посмотрим, будешь ли ты еще крысить. Ну, как бы, да. Удивительно. Я должен туда идти. Деревянный меч, обожаю. Лучшее оружие. Опа! Это из какого выпало? Вроде из красного. Или из синего. Нет! Пожалуйста, можно другие тапки? Даже железная лучше. Опа. Найс лут. Ну все, пока, братанчик. Я, по-моему, и так убил, но... Как бы сила. Две свиньи подряд. А ну давай! А, ну все. Нет! Надо бежать! Опа, повезло. Да, красные локи-блоки, это имба. Спасибо. На всю игру, нормальный диска. Буду надеяться, игрок, а там нету. Пором. Привет, мой друг.
друг, считай, я выиграл. Потому что этот меч — это лучшее оружие. О, я суперзвезда. Видал, как мне повезло? Мне выпала суперзвезда и бессмертный. Как же мне сейчас повезло? Не понял. Может, еще ты пахнешь куда-нибудь? А, надо было оставить шлем, ладно. Я выкидываю только мусор. И ко мне со спины сейчас подойдет тоже мусор. Да-да-да-да. Ой, я зря выбросил шлем, кажись. Кустик! А я не удивлен почему-то. Фасоль, оси. Овечка, полети. Повезло. Хорошо, не буду бить, раз просишь. Я опять выиграл. Я на первом месте. Все, на этом можно завершить идеальное видео. Ну что, пацаны, сегодня с вами был я, The World, и сегодня мы совершили игру прям идеально. Я сделал 3 хила и занял топ-1. Всем удачи, всем пока.